Нет, я баню только в том случае, если люди начинают переходить на личности, используя нецензурную брань, оскорбляя либо меня, либо моих близких, либо каких-то людей, дорогих мне, скажем, там, ополченцев моих знакомых и незнакомых. Но когда это выходит за пределы просто общечеловеческого. А так, на самом деле, я держу все время свой собственный отряд троллей из числа замайданной общественности и бойцов из АТО, которые приходят, и, как правило, они демонстрируют не высокий уровень интеллекта, это поддерживает необходимый уровень разговора и такое легкое безумие и легкое возбуждение. Поэтому нет, а где там обсуждают меня? Я какое-то время, когда я начинал заниматься литературой, я отслеживал все вещи, которые там по поводу меня происходят, все, что там в блогах происходило, я некоторое время смотрел. Сейчас я не смотрю вообще ничего, но если мне кидают там ссылку на какую-то вещь, я там, конечно, зайду, посмотрю, я там 400 человек там, или 500 может обсуждать мое ничтожество. Мне скорее вызывает это такие чувства хорошего возбуждения. Значит, действует, работает, значит, я не даром существую, тем более чаще всего это люди глубоко неприятны мне своими взглядами, и глупо было бы, если бы я им нравился. Правильно то, что я им не нравлюсь, я у них навяз в зубах, что называется. Поэтому нормально, рабочим образом я к этому отношусь.